Здравствуйте, это наша любимая игра Клондайк. Итак, завершились все наши лабиринты, печалька, и осталось получить подарки. Я заняла свое почетное 770-е место, пройдено 66 лабиринтов. Но хотя это спорный вопрос, смотрите, 66 лабиринтов идет. Места начинаются от 700 какого-то. Хотя какая разница? Что главное? Главное, правильно, подарки забрать. Поставить вот такое вот интересное деревцо. Ну и, конечно же, наши дежурные 50 изумрудиков. Стало у всех на 50 изумрудов больше, и это радует. Ну что, открываем, смотрим, гордимся. Так, всего 5 страниц. Первая страница. 3 штуки малинового звона. 10 раз по 50 керосина. Это спасибо. Снимаем шляпу. Так. Раз, два, три, четыре. Аквамарин. Раз, два, три, четыре. Жемчужина. Раз, два, три, четыре. Стимулятор. Один. Монетка. Динамитик. И тадым. Последняя страничка. Ёжик. Теперь у меня стал еще один ёжик. Вот такие вот приятные подарочки участнику. Все, эта штука мне больше не нужна. Каждый может ее или оставить на память, или просто продать. Я ее продала, и у меня появилась вот такая вот интересная, где декорация. Соответственно, по теме. Ну и на этом все. До новых встреч!